Войд дал 2700, серьезно? Там танк на четвертом месте. Да тут хуяр. А, ну, Фрис, видимо, не бил, потому что у него очень мало. Спек не с фурика, да и все, какая разница. Че, можешь сделать быстренько фурику? Да там не играет же роль спек вообще. Здесь он лучше. А че Армс делает? Он там хил срезает, но он не нужен здесь. Ну, вообще, типа, на посланника собирает армс. На силу, а не фурика. Почему так странно? Да, ну, у нас тип, короче, был, он больше давал в этом в армсе, чем в фурике здесь. Ну, это если собирать, все, у меня, блядь, фурикашная тут. Так у тебя даже метасокет не работает, Войд. Два голубых камня у тебя есть? А нет, есть, но ну, не знаю, мне показывает, что не работает. Я в шапку его смотрю. Вот одна есть. Есть, и у меня должно работать. Да я тут, блядь, из пища хочу вообще выдать. Ну, сколько у нас дамагеров? Хилы даже не хилит, да? Два хила или три? Я в ДЦ еще. Ну тогда хуй знает. Нафиг здесь ДЦ. Попробуй. Три хила. Слышишь, дубик? Нет. Сразу в шипа это брать будет. Да почему? ДЦ это? Ну, я... С такими вещами я хуй знаю. Да похуй. А чё вещи нормально? Вещи же на ДЦ нормально. Так, ауру коня поменяйте на что-нибудь. Единственное, что у тебя меткости может не быть. Третью ауру поставьте. Ну да. Холи пал третью, прото пал первую. Так, давайте вселенную смотрим. Сука, почему я люблю пол? Нужно бы свой пал. Тут главное, короче, вы же в курсе, да, за тактику? Главное, чтобы никто не сдох, тогда мы убьем. Да, созвездий сколько, три появляется или одно живое? Или два, блядь, десятки, я не помню. И так же три появляется. Лена, с ума пришел? Да. Ты купила? Вот рыба стоит справа. Кто свободный танк будет сразу смело заводить и созвездие в черный дыр. Чтоб одна осталась. Потому что если этого не делать, то он накопится в пиздану. Поешьте рыбу. Кому дайте на СПТ? Да я уже всем дал почти. Ладно, дайте. Что там, другие будут? Сейчас опять все грелогну, выключил дом. Кто звезды будет бить? Тебя ждает кто-то? Это Вуди, наверное, с грелогом. На самом деле я так себе знаю. Я знаю, что нельзя быстро их подбивать одну за другой. А подбивать их надо между карами, правильно? Да, там главное, типа, ну, не убить во время кары и все. И, типа, за одну кару надо убивать две звезды между карами. Да, залупа. Кара одна, во-первых, падает. Во-вторых, на 15 метров отбежал, там, косарь, два дамага, это хуйня. Главное, две звезды одновременно не взорвать. Надо их убивать одна за другой. Убил, захилили рейд, убиваешь сразу следующую.
Если маску Ну, типа, попадет, если в Карла типа, попадешь, мы умрем. Да, чтобы в Карла не попало. Сколько надо убить до первого сурового удара? Все. Все. Их обязательно надо одна за другой убивать. Окей. Три хила, тем более, вообще нечего ждать там. Сейчас посмотрим, кто что знает. Ну, если люди что-то кто-то не знает, это будет вообще хуёво. А если все всё знаем, мы с первого трая убьём. Когда там зубов ещё кинуть на танка? На какого? По-моему, он выживает. И чё, вы ШП не можете оставить, что ли? Чем вот там вообще? Из темных порталов он выкидывает ровно через 8 секунд. Или сколько там. Короче, в конец каста он как появляется босс активный, типа конец каста он выкидывает сразу. Все из порталов. Какие 4 хила, вы чё? 3 хила тут. Медведь, ты в РК? Чё там его нет? Ну курить уходи. Пиздец, люди курят, блядь, по 15 минут. Сука, берите сигареты и курите возле компа. Чё вы не делаете так? И ведро, да. А лучше всего рейдовое кресло. Это когда сразу все не так. Мягкое такое. На колесике. Кстати, норм поиск крафтится в портнешке. РДД. Вот такой, да. Ну чё там, кот помер, что ли? Чё, кто звезды-то будет бить, вы там решили? Я буду бить. Да не. Надо какой-то это, что ну слабые ДДшники били. Ты типа на магне одет, тебе лучше босса побить. Давай я буду бить босса. Сколько там у них хп? Десятки, не помню. Ты мирик, тебя будут дамажить, и проваливаться будешь. Их, наверное, что-то какой-то типа РНД побил. Типа он Букдог пусть побьет. Да Букдог ты побьешь, звезды? Ну хз. На ШП лучше те две, которые первые ты линкнул. Вот. Ну типа если у тебя. Да не, собран... поменяй глаз. Лучше поменяй глаз и руну. Вместо глаза один руну. Она лучше, да? Да. Это на сову вообще глаз, ну и на мага там. А у тебя рем есть? Ну если типа демеджа, а спека нет. Если демеджа хватать не будет, типа можно будет это, спекнуть тебе в рема. И мы с хульпалом так не захикнули. Ну только это уже должны. Будет все быстро делать, один час у нас будет. Танку на 500 голд развел.
Смотрите, как ДС посланника сделал. Блять, кот, ну ты будешь тут, нет? Да ладно, походу здесь. Не, смотрите, да. Хорош. 15-й год. Он лапу даст там, не? Так, чё, кому сейчас? Кто там не уверен в себе, может сдохнуть. Лучше на танка дайте, по-моему, кого? Ну, танка. Один БР, может, на хила лучше. Танки не должны умирать с тремя хилами, это бред. Ну, че да. Ладно, я на дроле давай, да? Пора вершить правосудие. Ну, танк, потом. Вот если сделаем, порвем. Короче, надо... Кто звезды будет бить? Букдог, ты умеешь? Вуди, да давай, ты будешь пару доток кидать, я буду бить их, все, не гоните. Давай, давай, я буду помогать. Ну, короче, нам не хватит ВПС, да. Не знаю, что Герас, о, все, поехали, все здесь, пугайте. Ваши действия все невозможны. Все возможные... Ну, я равномерно рассосаться позвал, чтобы везде до всех звезд можно было достать. Мы типа если будем бить, да, и будет Берса, блядь, и мы типа все живые, то тогда я согласен, хватит ДКС. Но мы такого еще не видели. Глазами, так что пока что рано об этом говорить. Непостижимую даже для величайших умов. Давайте Герман. Ты вот можешь метки ставить? Подходи. Бейте у кого меньше хп и все. Мы другую бьем, Войт. А, стоп, ну. Добивайте. Селена, сейчас ту, которая рядом с тобой. Селена, отойди. Селена, отойди. Селена, отойди. Отойди быстрее. Последний. Одну завожу, одну завожу. Заводи еще, заводи. Хорошо. Все дырку увидели черную, да? Еще звезды. Убьем, да. Хотя бы одну. Заходите, в дыру, все, в дыру в черную. На полкоста вот сейчас надо заходить. Я даже не успею. Да, я не успел добежать. БР вообще далеко. Почему она только одна была? Их должно быть, типа... БР? Поднимай, конечно. Да, поднимай, да, поднимай. БР, БР. Бейте, и созвездие заводи быстрее. Дыры заводи быстрее. Вуди, бей сразу. Я вот пью, которую приз там бил. Захиливайте. Еще бьем. Кара отошли, отошли. 4. Добивайте, добивайте. Отходи. Созвездие завел, молодец. Звезды помогут. Еще звезды пришли, бьем еще. Давай, я бью ту, которую ты бьешь. Все, отошло. Свети заводи сразу, одно зашло. Заводи, заводи.
Отведи, отведи, там сейчас взорвется звезда. Пошли, Мелизон, мутант, отойди, мутант. Мутант сдох. Хорошо. Танчи, танчи, уже все, скоро 20. Да все, падайте. Да вы че, танчи? Сколько, блять, ладно. То есть как мутант воронили шок. Да ничего, давайте еще раз. Не может быть вечной. Сука, как тебя убили? Жизнь не может быть вечной. Всем салам алейкум. Да, да, окей, я теперь понял, я на подвыка буду думать, Иисус. А че хилы там? Три хила вроде. Нормально у вас там хилы? Там хога получится, или частица, или что пропало. Я кидал исповедь, типа, ну, она не успела долететь. Ну все заебись, делаем, только Вуди, ну беги ты заранее, ну. Начал каст, увидел черную дыру, побежал. Ну их типа была одна, потому что они заводят созвездие. Когда типа заводишь созвездие, это хуйня. Я это. Знаю, да, но блять, ему не надо на другой стороне от черной звезды стоять. Стал 20 метров и делай что хочешь. Ну вы че? Ну да. 20 метров стал. Да я знаю, я затупил просто. Просто забежал далеко. Мы просто били звезду другую на другом конце там. Так, для вашего сведения, оказался там. Для вашего сведения, ДПС здесь до жопы просто. Ну что тогда убьем? Тупо не падает, потому что сейчас БР 7 минут, когда... Да 3 хила, конечно, дохуя. Но вот то, что мутант упал при 3 хилах, это вообще хилы, блядь. Четвертого, может, спекнем? Четыре захвата рун, три удара смерти. Блять, я еще забыл на хп кликнуть. Спасибо, что... Ну чё, взрывом почти никто не пьёт. На, вам тут вообще надо взрывом типа бить кусты. Так, а, у вас полосета-то нет? У кого-то есть сэр? 50-го так нету, там вообще оба должны бить, пока до взрыва. Кидай на кота, слышишь, мутант? Я с этим, ну, хуйню эту бью, звезду. Ну, может, и было бы 3-4 куска. Давайте быстро, быстро, быстро. У нас 55 минут, будем травить, пока времени. Бугдор, потом послышишь. Вообще у нас 9 траев, у меня 9 эликсиров. Хотя 10, у меня на меткость 10. Да Вуди упал тоже, ну, наступил, и все, ну, дальше мутант упал, жопа вообще. Сейчас ничего нету, ни камня, ни БР, так что не падаем и все. Тупо все убьется. 29% было, там уже переход посчитать. Тыкните на камни. Уберите камни. Может, они вас засейвят там. Ну, можете типа схавать его, когда зайдете. Сделал. У вас там-то нет, можете схавать там. Мутант обязательно возьми, блядь. А то вдруг не будет хилить этот. 4000 резьбы. Все, давайте встаем. Чек, мне там бульдог тут, нет? Ходи в рот. Да, лапа нету. Кот, дай лапу. Коту истерию кидаем, первый прыгаю. Все, все тут. Дай мне рекламу. Ну чё вы там? Чё мы стоим-то? Ну там, блядь. Все возможные исходы бой. Этой схватки просчитаны. Потом получит сообщение от наблюдателя. Гелл. КД, да? Хорош.
Мир, отойди, сейчас взрываем. Мир. Шаман. Просто метки на них ставить. Суровый удар, 8 секунд, приготовьтесь. Разбейте звезду одну. Соберитесь под боссом, да. Сейчас какую-то разобьем. Суровый, все в дыру, бегите быстрее. Далеко стоите. Блядь. Давайте в дыру, в дыру, в дыру, в дыру. Давай, жив. И черните, отходи. Мутант, отойди, мутант, ну. Блин, зачем вы так разбили две сразу? Когда две минуты, бар? Два хила еще есть, мячку. Три хила есть. Потому что надо метки на них ставить, и тогда все будут знать, как убить. Да нет, я твою не бью, я вообще не вижу, где ты. Блин, ты другую бьешь. Суровый удар, приготовились. Черный берез, сбежались, сбежались боссы, сбежались. Суровый удар, 2 секунды. Да блядь, ну не заходи, ну нахуя ты зашла сейчас? Заходи. Гоните, блядь. Раньше надо все то, что должен. Селена, блядь. Каску не увидела и зашла. Вот где вертушку прошу убейте. Закрывай, давай, закрывай. Пошли как. Отходи, Войт, отходи. Да попался дамага уже нет. Даже 2 минуты добился, мы не успели. Да блять, сука, нет еще. Ну вот когда шелся только что, есть смысл бы. Кстати, а че у него тупы так много? 47%, бля. Сейчас забираем. Конечно, так если падать, блядь. Все, падайте. Давайте сейчас так сделаем. Дадим Войду этого ассиста, и он будет ставить метку на ту, которую убил. Да, и бить ее будет, короче, Букдог и Войд. А ты будешь босса бить, чтобы ДПС был нормальный босс. Так пизжи будет. Там вдвоем, типа, ну, не справятся со звездами. Да ты зря зашел, мир. Понимаете, объясню, в чем проблема. Я стою там где-то на одном кольце, да, и начинаем бить на другой. Я бегаю вот это постоянно. Если люди будут разбивать те, которые стоят на том конце, то есть просто Войд ставит метку, вот, и кто рядом, они ее и подбивают, то это будет гораздо профитнее. Я вообще хуеваю с вас, блядь. Это должны делать РДД.
И не будет никакой беготни вот этой. Войд будет стоять бить босса нормально, да. И ДПС будет. Хила... Ой, ШП, блядь, нахуй он нужен здесь, в этом, блядь. Чё, вы без ДЦ не справитесь там? Да там типа хорпаут что-то так все хилит. Ну-ка, абсурд, блядь. Ну, по абсурду он рулит, да. Почему холипал больше, чем шамбан хилит? Там с абсорбом у него 6 тысяч. Блять, половину работы за вас сделал. Так что, блять. Дали ассиста, да? Угу. Заебусь, эти метки ставили, блять. Похуй, попробуем. Мял такое. Ты бы, Вуди, хоть не бежал бы, блять. Да, ставишь метку, кто там рядом стоит, вы разбиваете сразу. И чтоб не было вот этой беготни. Войд и я там где-то бегаю. Весь бой. Я вообще босса почти не бью, я только успеваю на него там порчу и этот повесить. Петя, игру пусть бьется тот, у кого меньше ДПС. Вот Войд и еще кто-то вдвоем, пусть они бегают, ты будешь босса бить, так будет конфетней. Но нас всегда бьют, короче, хан какой-то и еще какой-то тип. Бульдог, ты в РК? Чё ты заслакал сегодня, ну, на этот край, на второй? Ты чё делал там? Звезды бил, что ли? Да две звезды убили рядом с ним, и его убило. Хочу, чтобы видно было. Если я квадрат дам, ну, такой вот усы. Усы будут лучше видно. Тебе нужна вот. Тебе кружок буду звезду ставить на звезду. Но ты мне не нужна метка. А вообще вот метки быстро ставить в бою, это каким аддоном делается? Что-то там я не помню, блядь. Ну, панелька такая с метками, блядь. То есть типа ты берешь в цель, да, жмешь на эту панельку и он вешает. Что там готовы? Давайте я еще. Я готов. 4 минуты еще будет здесь. Чекнули, не готовы там, нет? Зарка макрос, чтоб кнопкой ставил. Там шаман хава. Ну пусть хава там. Фул мана уже. Все, все погнали. Ваши действия логичны. Все возможные исходы этой схватки просчитаны. Пантеон получит сообщение от наблюдателя в любом случае. Парус. Джаку тут снимай. Ставь метки. Ставь. Вселенная, помоги, там выйду подбить. Быстрее это делайте. Ходи. Отходи, отходи. Боярить или встанет? Последний будет. Он встанет, на нем СС был. Кто умер опять, блядь? Сука. Каску дайте вам мутанту. Заводи в дыры. Что-то босс на него. Секунд, не заходите пока, к дырам ближе встали, приготовились. 2 секунды. На середине коста заходите. Заходим. Че, метки ставишь, Вольф? Да, разбираю. Заводи куда-нибудь. Забирай. Сбиваем здесь.
отходите от нее. Звезды помогут. Еще появились. Добили, добили звезды. Следующий ряд. Селена, отойди там звезда. Заводи это дерьмо. Еще поймал. Две звезды, сука. Сейчас второй взрыв. Захил, захил. И третий, сука, взрыв. Да ну нахуй. Захил, захил сейчас я, захил. Сам станешь? Захиливай. Заходите. Ну не вставай пока тут. Ну там же Касс Сурово был под ДБМ, стал по-моему. Блять, падай. Я делаю то, что должен. Жизнь не может быть. Я делаю то, что должен. Жизнь. Не дути как. Давай, шипы. Да, блять, вы просто не падайте. Причем здесь еще ДПС? Вы, блять, просто не падайте. Не разбивайте две звезды в одно время. Чего вы хуйню делаете какую-то? Надо, чтобы Войд бил босса нормально, как милик, а РДД разбивали эти самые звезды. Так, блядь, как это сделать, блядь? Кто это может делать? Я только этим, в общем-то, и занимаюсь. Давай тогда тебе и ассист. Тебе помогает им. Шипы. Киньте ДЦ в пати. Я шумана. Просто, блин, у меня нет таких аддонов. Мне эти метки ставите. В РК скрипт на метку, череп, чтобы кидать. А, ну, да, сейчас цель. Я и макрос, да, сделаю. Да, макрос еще можно, но... Вот макросом, поставь его на... Да-да-да, макросом сейчас сделаю. Макрос и вести. Да это, ну, это хуйня, наш ты босса бил, у тебя типа ДПС нормальный. Кто там всех меньше бьет? Пусть, чтобы они звезды били. И вы что-то много их разбиваете, там надо типа бить звезды, у которых, ну, меньше хп. И вы все их убиваете, я не знаю зачем. Там заводятся у них созвездия живые. Если их копить, танку пизда кидят. Дайте ассиста в дюале. Их не копят никогда, это все быстро делается. Одна за другой без остановки. Типа, мы разбивали две звезды типа между карлами. Ну да, это так-то все, да. Вы бейте, типа, звезды, у которых меньше хп. Ну я бил ту, я знаю, я видел, там была звезда с мало хп. Я хотел ее бить, но Войд поставил метку на другую. Потому что если бы я начал бить ее, то в итоге кончилось бы тем, что взорвались две одновременно. Ну типа, когда фуловая и на ней стоит метка, люди думают, вот, ее надо бить. Начинают ее бить, а я в то время бью эту, которую мало осталось. Я в полную, да, сыграл. Чё ты сейчас будешь делать, да, всю эту тему? Закрутил макрос? Созвездие вроде нормально заводит, всё нормально. Да ты проверил макрос? Лапу дайте. Что, работает будем? Да, да, я проверил, все работает. Кнопка еще проще, чем аддоном этим. Че кнопка? То вы, блядь, есть будете пока. Я забываю на хп крик, что у меня не напоминает. Пикнул на хп. Так, блять, хоть не умрем.
Малджас, принимай. Принимай. Алло. Все, пуляем там. Ваши действия нелогичны. Все возможные исходы этой схватки просчитаны. Пантеон получит сообщение от наблюдателя в любом случае. Звезды помогут мне. Ставил метку. Разбиваю следующий. Сбивайте звезду, метка стоит. Здесь так, они молча забирают, но там другие со звездой. Там со звездой в дыры. Мелизоны отошли, мелизоны отошли. Удар 5 секунд, приготовьтесь. Дырку нашли ближе к боссу. На той стороне не стоит. Суровый удар. В дыру пошли. С этого места отошли. Стоит метка. Отойди, мир. Мир, отойди, мир, отойди. Заводи созвездие, заводи. Вот там, блядь. Все созвездия дыры. Пошли, отошел. Сейчас два рвана. Заводи остальное. Еще звезды появились. Заводи созвездие. Пошли быстрее, блядь, все. Кот, заходи, сука. Блин, а чё она исчезла? Сука. Бердинут. Туда в созвездие запихнули, она и пропала. Давайте звезду бьем. Звезду бьем. Ставь метки, будет. Кого бить там? Следующий черепок бей. Вот это бейте. Заводи. Стойте, стойте, вон черепок сейчас взорвется, не надо другую бить. Звездим там. Не зря. Суровый удар, зашли к дыре, подбегайте, быстрее, быстрее. Бегите, бегите к черным дырам, бегите. Половина каста, зашли.
секунд бы 14% переводим кара мелитон. Иди отметки. Осторожно, взрыв, захил. Зона осторожно, сзади лазера. 9%. Бизона вышли. Отошли там дыра. Это звезда. Если Бен откатил, поднимай. 5 секунд. 5 секунд Бер, Берса 30. Не, мы не идем потом. Берса 30 всех поднимать. Нет, да. Не поднимаем. Сейчас мы Берсу как раз посмотрим. Это вроде 4-й раз. Сейчас фаза. Центр все. Вот, видите, 4 мобы исчезли. Бля, обида. Берса 10 секунд. Он тупо на этом втором ударе 600 тысяч. 800. Ну, пробуем забежать. А, нет, вот видишь, быстрый каст. Просто лайк. 600. Ну, если бы ты не умер, убери бы, наверное. А как ты умер-то? Там звезда, ну я, короче, подбежал, она исчезла, эта херня. Там звезды мне завели, поэтому она исчезла. Не знаете, что кажется, надо кому-то в ДДС хилов, блять. Этот, ЛМ есть мир? Нет, спека даже нет. А там же шипы есть у кого-то, у Дуцеда. Дудутипка, давай. Нет у меня шипы, был бы у меня шипы, я бы, типа, ну, я бы спекнулся. Дудутипка, у тебя что, спека шипы нету? Ну спек-то есть, но шмота нет. Нахуй тебе шмот, блять. Я как уёбок буду там. Да это похуй. Блин, все равно оденься, ну пофиг. Короче, я звезды побью тогда. Да доты все, звезды, блядь. Доты, да босса бей, блядь, нахуй тебе звезды. Спек. Че вы взрывом-то не бьете? Ваш жнято бонуса от 10 на топ. Бульдог 11 взрывов. У Вселенной нет взрывов вообще. Селена, ты умеешь взрывом? Поставь на единичку взрыв и бей взрывом по КД. Бульдог. Кто там сейчас спекнулся? Бульдог, да? Нет, не бульдог. Не, Дуду спекнулся. Ну ты поставишь метки? Ты там, я помню, ты хорошо подбивал тогда. 25-ки или десятки. Да. Селена, ты в РК? Заходи. Да. Бегите быстрее. 29 минут уже. БРК есть макрос, чтобы ставить мне. Сейчас я скопирую макрос и поставлю макрос. Давай, похуй на этот шмот, просто в шипы спекнись, тут типка. Не спекнулся. Селена не резается. Да она бежит, вон пидорка. Сделал кнопку себе на этот макрос, просто оттыкнул и повесил снег. Давайте быстро, быстро, быстро. Можно туда ткнуть каст в своей билке какой-то, будешь кастовать сразу метку на старт. Четвертый это был вайповый удар, да? Ну или пятый, или четвертый, да. Быстрее ешьте. Подайте ему ассиста. Че, СС есть у тебя? Да, есть кому дать. Давай подумаем. Код не падает. Открытки кончились. Кто падает у нас? Ну два хила будет, да? БР есть. У шамана вставалка. Значит, наверное, полипал не падал. Танту дать? Да, ему танку похуй. Смотрите, там, блять, короче, буду говорить гимн на ХП, если что, первый будет Селена читать, хорошо, Селена? Да. Потом. Он даже фласку выпал. Давайте быстрее встаем. Если вдруг пригодится, давай чекну. Понимаете? Если пригодится, если две звезды там будет, скажу Селене, потом буду типки третий бульдог. Все готовы, мутант пуляет.
ваши действия нелогичны. Я сейчас буду тебе метки ставить, бить в череп. Схватки просчитаны. Ты босса бьёшь. Пантеон получит сообщение от наблюдателя в любом случае. Давай, Геромир. Череп подбивайте. Горизон отошли. Ну кто там всю звезду? Бейте только череп. И термити упал. Один хит. А, ну что, был СС? Ну, БР дай. Кара сильно. Селена отбегает, кары. Захиливайтесь. Отбегайте от черепа. Не молча забирай, не там заводи, заводи. Заводи обязательно. Точно. Захиливайте, захиливайте. У вас все нормально. Мелизона выше, мелизона выше. Ревностный, паладина хилит. Паладина не роняет, ревностный делает. Пустите, да. Суровый, в дыру пошли, в дыру пошли. Все, все живые, хилимся. Садите от черепа. Кара, отошли. Майк, не ту звезду бьете, сука. Селена, приготовь гимн на ХП, приготовь гимн на ХП. Селена, гимн на ХП, читай, 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 читай. Читай, гимн на ХП, вышли на лизон. Захил, захил. Не роняй, не роняй паладина. Не задевал маму после реса, полетал. Кара, смотрим, Лизона вышли, вышли танк, танк вышел. Давай захил, давай цепухи, давай цепухи. Хватит, там взрывают. А черепа, подойдите, а черепа. Отошли от босса. Давай захил. Вот череп я поставил. Я один убью, бейте босса. Бей танку, убей, бей. СТ бейте взрывом, пожалуйста. Кара вышла. В дырке, в дырке. Вот, вот, единственная дыра вот здесь взорвалась. Пришли? Сука. Ебать, фраки, пиздец. Вы, блядь, ёбану. Ничего, подойти. Все вы нахуй упали, ну пиздец, ребят. Все, второй упал, а не муржас, букдог, сирена. Это же смешно, блядь, не прочила, ёбаная, лёгкая, блядь, босс лёгкий. Да, там не было дырок, ты понимаешь, она была одна дырка, она взорвалась перед самым заходом, вот так одна. Стойте в центре, стойте ближе к боссу, стойте к звёздам, ну не убегайте вы к стене, ну чё вы делаете там на другой стороне, 8 секунд каст, блядь, предупреждает ДБМ. Пиздец. Почему, блядь, кто-то заходит, а кто-то... Быстро вставайте сразу, быстро, и бегите быстро, быстро только. ШП, ну как вообще ШП умирают? У вас тучка. Что вы делаете? Ну похуй на тучку, блядь. Ну-ка, что там дома? Ну, дуду типка заебись, хотя бы 2К этих нам нужны. Я звезды типа тупо бил. Да нахуй тебе звезды, и босса-то тоже бей, вон. Босса-то тоже надо бить, не 100 тысяч него давать. Мы босса, блядь, не переводим. Я хуй знаю, блядь. Тут за танка заебись.
сейчас. Ну, надо бить метки, у которых меньше хп. А чем фовы бить? Бог, ты хоть где пишешь? Здорово. Так, к сведению к вашему, каждую секунду каждая звезда теряет по процентам. Ну, у всех звезд там постепенно хп отнимается, и так-то вы еще это не забывали. Каждую секунду. Я слышно? Процент, да. Отлично. Они умирают, звезды эти сами, если их даже не бить. Через 100 секунд все 4 звезды одновременно умрут. Мне кажется, что ДЦ здесь, типа, важнее, чем там, не знаю, РША. Так у нас дамага не хватит, блядь. Ну нет, я к тому, что надо бы другого хила какого-нибудь пекать. А, но у них нету, да? Ну, смотрите, когда была Дерса и умер только Лок, нам не хватило где-то... Ну, на каких процентах он там дружественный становится, типа? Давайте. 1.5 миллиона где-то оставалось, это он там вроде на 300к уже... Давайте Берсу на 20% поставим. Ну, я просто не знаю, сколько мы не добили, чтобы оценить, решал да, это смерть Лока или нет, или у нас просто ДПС не хватает. Да не, если типа все идеально сделать, мы убьем с ДЦ, а вы не можете это сделать. Давайте, короче, Берсу, наверное, оставим на 20%, и там под Герой зерганем, там ни трэша не будет, нихуя. Давайте. Давайте. Только надо... Так, в смысле? Мы, надо, типа, не успеем перевести, это такое, мы не успеем перевести. Надо Герам себе спову давать. Но мы не успеем перевести, если, типа, спову Гера не дадим. Да я хуй знаю, это хуйня все. Каску, каску дайте. Надо быстрее траить. У нас времени на 2 троя осталось. Так вы, блядь, пиздец. Принимайте готовность. Начинаем утан. Ваши действия. Так траить, конечно, блядь. Все убивали это говно, блядь. Давайте, ни в кару, ни в чё не попадаем. В дырки ищем. Постараюсь предупреждать. Давай, Гер. Звездами четко делаем. Кара приготовили. Отошли кара. Кара 5 секунд закрыла. Накрыл поднять. Секунда кара. Заводи это дерьмо, забирай, но там заводи это дерьмо. Ну сам я замерел здесь, ну что? Падай, кто закил на... Заводи эту хуйню, заводи эти звезды, нельзя их копить. Помогут мне. Вышли как. Суровый удар, 8 секунд, внимание, ищем дырку, ближе к ней встаем, не заходите пока. Приготовились. Суровый удар, подошли к дырке, сука, заходим. Отошли с того места. Все живы. Рейд на фул, рейд на фул, карми. Мир, отойди. Мир, отойди. Захил на фул, захил на фул. Сейчас... Не бейте череп. Мы теперь убиваем. Звезды заводите, не копите. Так кто, сука, переставил череп, сейчас опять здесь звезды выебется. Будет на мет. Кара отошли, кара отошли. Набирай. 400. Там, пожалуй, молджат, заводи это говно. Еще появились звезды. Предупрежду заранее. Кара 5 секунд. 3.
Готовились, ищем карту. Кара не зона, вышли. Вышли, захил на путь, захил на путь. Иду типка по ситуации, да, блин. А когда же скажешь? Суровый удар 5 секунд. К дыре собрались, приготовились. Скажу, когда заходить. В дырку зашли. И отошли с того места, откуда зашли. Никто не умирает. Бьем. Сука. 50%. Ой, блядь. Забирай, мол, джаз, мутант, заводи их или нет. Кара дошли. Рейд на пул, не падай. Ходи! Там звезда в боссе сейчас взорвется. Отошли. Никто не исчез. Лизон отошли. Там звезда взрывается в Лизоне. Лизон отошли, кот отошел. Сука, кот. Все нормально. Давай, 15%. Ну ребята, ну хара его воротить, ну блядь. Да блядь, давай, бей. А он сам босс такой. Смотри, что там у него. Приготовились. Новый удар 5 убирай. Секунд. Приготовились. Закинув. Секунда. Удар. Приготовились. Возле дырок встали. Заходим. Выходим и убиваем. Никто не умирает человек. Ижда. Кто умер? Сука. Он встанет. А. Мне казалось, что забрал. Кто встал из танка? Кто? Захиливайся, забирай. Захил мутанта. Сразу бафите. Кара выше. Черепак. Черепак, идите. Блять, та же хуйня, нахуй. Сука. Шам, я тебя забивал только что. Давайте full DPS, может, хватит. Бейте, да. Нет, кастанет, он что-то не бьет. Да бейте, там сбиты эти у него. У меня миссы еще одни, нахуй, просто пиздец. Это танки упали, там ДПС то все равно. Там уже 6%. Побежали все. А ты чё? Быстро встаем, быстро сразу встали и бежим. Быстро все встали. Сколько там минут не видел? От наблюдателя в любом случае. Быстро побежали. Короче, мое мнение, надо Берсу наконец оставить на вот этот момент, блядь. Нахуй она с пула не нужна там. У нас умерли-то танки, у нас ДПС, ну чё они там, не так много бьют. У нас не одетые просто там, говорит, нет, я, говорит, бью в ДС шмоти и прочая хуйня. Да вы вообще... Кого-то там сета не хватает. Так, блять. Ну один что-нибудь на меткость, тринку какую-нибудь, нету тебя? Без кровь ты точно упадёшь, там сок полетит. Надо незыблемость. Почему танки остаются у вас? Так я знаю, что... Танки должны оставаться. Хуйня это. Пусть протопал вообще остается. ДК без незыблемости. Ну вот, один трой у нас есть сейчас время. Паун должен начинать, типа. Короче, блядь, вы охуенно собрались, блядь. Ну да, надо шмот получше просто убивать. Да, конечно, надо, блядь.
мы говорили там без камней еще. Да, да, да. Короче, предлагаю, чтобы типа я с бульдогом побил звезды вдвоем. Пусть там он ставит, или я буду ставить, остальные бейте боссы всегда. Так вы тоже бульдог. Ну мы будем дотать, типа, да. Дотами проще. Бегите без того. Так, типа, ну если мы будем их бить только вдвоем, типа, никто другой бить не будет, мы не взорвем лишние звезды. Ну там договорились с Animal Jazz'ом. У него ревностный не должен на боссе прокнуть. Если у него ревностный, блядь, нужно будет ШП оставаться. Давайте какой-то один ШП какой-то будет оставаться. Если у тебя нет прожимок, сука, ёбаный в рот, выходи. Хотите прикол? Я вот... Адский прикол, это то, что я сейчас увидел, что у Eternity одеты ноги 264 уровня и грудь 277. Сука, Eternity, ты охерел? Они к нам уже не засчитают, по идее, чего? Я хз. Почему не засчитают? А, трансмут? Не знаю, мне аддон вот показал. А, идея быстро трансмут свой скин. Да не надо. Да я тебе столько уже, давайте да уже. Да не, все нормально, лапу, давайте, трансмут давайте не лапу. Будет. Давай лапу, давайте лапу. ХП. Поехали. Короче, звезды бьем только я и Букдог. Остальные не бейте звезды вообще. Так, у меня СС откатился, дать кому? Мутанту дай. Мутанту, отлично. Если у тебя нету незыблемости, заходи. Давайте какой-то да, шипы да. будет оставаться. Выпейте фласки, да. короче. Фласки да, выпейте, там, они могут затащить. Принимайте готовность. Интернете мутант принимает. Быстрее, последний травит. Может даже еще успеем, если упадем быстро. Сразу летим, если упадем. Хорошо, Булдог. Тут бой 4 минуты. Да не, мой тут бой идет минут 5. Он идет, Ивай. Да все, это последний трай, поехали. Не убирайся, катарачи. Ты здесь? Сука, Eternity. Ну фу, Макс, что ты сел? Отсутствует. Заебись. Вылетел, муж. Да это пиздец. Eternity, блядь. Подходи. Ёбаный в рот, ребята. Ну все, ПГ. Пизда, блядь. Расслабься. Че, сделаем на следующей неделе. Ходите в льду 25-ку по воскресенью, фармите шмот. Пуляй, мутант. Пуляй, пуляй, пуляй. О, все, он здесь, давай. Логично. Все возможные исходы этой схватки просчитаны. Пантеон получит... Бугдок, ставь метки, будем бить. Че, попробуем Геру оставить? Да нет, давай Геру. Давай, 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 да. Бугдок с той стороны, я поставил момент. Кара дошел, шипается. Сейчас две взорвался. Сирена гимн на хп, сирена гимн на хп, давай. Разбивайте вторую гимн. Кара отошли. Суровый удар, секунда. К дыре подошли, к дыре быстрее. С той стороны шаман, беги, сука, быстрее. Беги, блядь, быстрее к дыру. Секунда, зашли, зашли. Тут пойдет пизда. Уезжай, вот он. Кара отошли. Бугдок, метку не вижу. Не все вижу. Босса, помогайте себе.
Вот, конечно, не босс. Не бейте звезды, блять, никто. Здесь подбитая вообще в таул, я поставил метку. Ну, отойди, Сирена, отойди. Сильнее бейте, блядь, ДПС. Сильнее, чем просто так бейте. Кнопки жмяк это на босса. Я поставил, а нет, вот возле тебя, да, вот это. Суровый удар 2 секунды, к дырам подошли, из того края ушли. Кара осторожно. Заходим, заходим в середину коста, заходим. Зашли, блядь. Все, живые все. Сильно босс, сильно босс. Там звезда под боссом, уйдите, вот черепа, черепа, отойдите все, мир, уйди. Танков на фул, рейд на фул. Захил на пол. Да ёбаный. Вставай, мутант, сразу вставай. СС, у него СС. Да ёбаный в рот, идите нахер. Падайте все быстрее. Как нету, я на тебя давал. Быстрее падайте, быстрее, быстрее падайте. Еще сейчас бомбить. Не знаю, у меня КД, он на СС. Давайте быстрее, если спулить раньше таймера, то еще один драйв. А, быстрее. Да, давайте тогда. Вставай спиной, вставайте спиной. Не бегайте, блядь, не дрочитесь. Полетели. Что-то странно. Че, СС-а нет? Не знаю, я точно тебе давал. Может, пропадает всех. Под суровой выходить? Шаман, резай всех, давайте быстрее еще драйв. Бэр откатится сейчас. СС-а нет. Сука, как танк падает, блядь? Не знаю, у меня СС-КД вот сколько там? Ну, показано, что я его юзал где-то, ну, половина КД примерно прошло, меньше чуть. Шаман бесит, тупый, вот меня резает. Блядь, бегите быстрее, Вуди остался бы, видишь, шаман здесь. Резай меня, чё ты там? Ну да, вообще-то, блядь, ты хуй знает, вот эти вот не 3000 бы хотя бы. Ай, блядь. Хотя бы 4 было бы у нас. Ну ты типка, это что? Это максимум, да, что можешь? Там ебашишь вовсю? Ну я звезды бью почти, я босса так и доту. И то весы, когда начинаю босса дотать, будет постоянно весы. Ну я на следующий КД там типа дособираю ШП. А нахуй вообще вот такую хуйню придумали? Танки нахуй остаются, блядь. Никогда они не оставались, остается одно тело, блядь, один ШП. Всегда, блядь. Каждую, сука. Суровый удар, блядь. Че вы придумали? Не знаю, но мы все равно остаемся, типа, с этим с бульдогом постоянно на все удары, так что я хз. Оставайтесь, нахуй надо, танки, сука, заходят. Ну пусть танки заходят, просто типа не могут забить, наверное, я не знаю. Пиздец, они должны дефы нам. Надо спулить раньше, чем 3 минуты для танки. Ну что, давайте рыбу и бафаем. Давайте быстро едим, бафаемся. Быстрее, сейчас 10 секунд первый. У всех эти эликсиры есть, ивентовские. Да, я раздался. Дать кому-то еще? Давай, выйду. У меня нет лишнего, у меня только РДДшник. Войди нас под ДД, давай сейчас убьем. Принимай готовность. Каски нету. Быстрее бафы. Каски давай. Каски дай. Чё они мне дают? Сила атаки. Дролю кас. Блять. Крикнул на хп, мутант, начинай, хули стоит. Начинай, блядь. Агри этого дурака. Последний трайл. Не, он, по-моему, должен кастануть, мне кажется, через 2 минуты. Ну, посмотрим сейчас. Не, бейте, блядь.
Ваше время вышло нахуй. Не, раньше, короче, можно было убить печально.